Добрый день, дорогие друзья. Вот хочу показать, что у меня получилось. Значит, делали мы ликер из малины. Засыпали малину в литровую банку, залили водкой. Постоял этот ликер где-то неделю и почему-то забродился. Ну, очень странно, как бы раньше делали, было все в порядке, а потом он забродил. Вот, ну, я недолго думая решил поставить эту малину, этот ликер на перегонку на вино. Вот, залил в банки, вот, сделал гидродозаторы, все бурлит на водке. То есть не на воде, не на родниковой, там ничего не добавлял, а именно на водке бурлит. Ну, посмотрим, что будет. Наверное, будет какое-то крепленное вино. Вот. Как будет готово, сниму продолжение. Итак, вот после долгого брожения, полтора месяца, вот что получилось. Вот так вот. Ягода сверху, мезга, посередине вино, снизу осадок. Вот что у нас получилось. Вот такое вот малиновое вино. Цвет просто великолепный. На любой стол не стыдно поставить такую бутылочку с таким вином. Вот такого цвета вино. Розового, кристально чистого. Запах просто великолепный. Вкус божественный. Мы уже попробовали. В общем, всем рекомендую.